Итак, ребятки, ну что, у нас сегодня снова находочки. Сейчас будем с вами их обозревать. Вот так вот мы ставим. Значит, все, что мелкое, вот я на столе разложил. Сейчас мы будем смотреть. Так, у нас кассеты найдены, вернее, игры. Больше игр. FIFA 11. Так, ладно, вот какие-то Sims 4. Но это больше компьютерная, скорее всего, игра, да? Да, вот на нее, кстати, лицензионный номер. Угу. А здесь, кстати, их две должно быть, а она здесь одна. В общем, что-то не то. Ладно. Проверим. Давайте сразу по игрушкам пройдемся. Ух ты, а здесь-то игрушки-то и нету. Ладно, боксик оставим. Вот такой боксик. Не надо выкидывать. Mario Kart Wii. Nintendo Wii тоже, кстати, нету. Бумаги все есть, диска нет. Что за хрень? Ладно. Вот еще Wii Sport. У меня такая, помню, была. С детьми играли в нее. Вот. Wii Piraten. Тоже нету. Да ё-моё. Что-то сегодня... Я их набрал, блин, а они все пустые. Вот бумаги на Mario Kart. А вот Super Mario Bros. Wii. Тяжеленькая. А, тоже диска нет. Да ёксель. Шмоксель. Сюда он не сручил. Блин, вы смотрите, а. Xbox 360. Какие-то... Бои. А, и тоже диска нет. Я так подозреваю, что сегодня мы с дисками пролетели. Флюк рейтинг. Симуляцион. Вот только одна. Но это на этот симулятор, на компьютер. Окей. Флихнахт. Ронд драй. То же самое. Вот, блин, а. То же самое, ребятки. Voice Germany. Да. Ну ладно. Ладно. Что у нас сегодня интересного? Вот такая вот интересная укулеле еще одна найдена. Укулеле. Причем в хорошем, в отличном состоянии. Практически даже не поцарапана нигде. Ну, есть там вот, допустим, чуть-чуть царапинка. А так в основном... Хорошая гитара. Главное, место много не занимает, да? Ладно, надо настроить ее. Побрончать. Ну, возьму на барахолку, продам. Так, дальше. У нас вот такие найдены какие-то очки для пати. Знаете, пати очки. Короче, батарейки надо поменять. Они должны вообще светиться, да? Такие. Ну, попробую поменять. Идем дальше. Вот такая у нас есть штучка. Видите, сюда две батареи надо поставить. У меня, кстати, есть большие батареи. Даже, по-моему, здесь они есть. Нет, здесь нет. Здесь нет, в машине есть. Вот эта штучка на магнитиках. Цак. Опять же, если работает, можно будет продать на барахолке. Вот. Поставим сюда. Вот такие часы. Это у нас Garmin. Garmin, кстати, хорошая компания. И у них не дешевые часики. Вот эти конкретно, эта модель не знаю. У меня уже неоднократно Garmin попадался. Ну, вот они не битые. Посмотрим. Так, у нас вот такой Vivitar. Что тут такое? Я даже не смотрел еще, ребятки. Ага, у нас тут фотоаппарат Vivitar. Кстати, надо пробить его. Бывают такие мыльницы очень дорогие. Поэтому мы его пробьем. Что за Vivitar? 370Z. Возможно, он ничего не стоит. А возможно, что-то стоит. Поэтому пробьем, посмотрим. По-любому от него вот эту вот
сумочку надо забрать. Я знаю, для чего я их использую. Для Nintendo. Так, дальше идем. У нас есть вот такая клава. О, рабочая, видите, светится. Bluetooth клава такая, да? И здесь у нас есть вот такой вот планшет. Вот, планшет. Вот такой Samsung. Немножко он мокрый. Кстати, вот от него здесь, смотрите, вот такие штучки, наклейки. Мы их положим в сумочку. Сумочка, кстати, у него оригинальная. И очень даже неплохая. Единственное, что она мокрая в данный момент. Ее нужно подсушить, положить, вот так разложить ее, чтобы она прям подсохла хорошо. Вот, а сам планшет... Сам планшет. Где у него зарядка-то? Ага, зарядка у него вот такая. Такой зарядки у меня, наверное, нету. Сейчас посмотрю. Где-то у меня тут были похожие. Вот такая есть. Но это уже старый. Старый Samsung. Хотя был он, скажем так, видно, что это был хорошего качества Samsung. Нет, это для айфона зарядка. Это сюда не подходит. Вот. Wi-Fi 160... Нет, 16 гигабайт. Да, это был хороший в свое время планшет. Но сейчас он уже старенький. Скорее всего, это был уже, знаете, такой Android там 4, 5, не знаю, какой там. Ну, в общем, уже с ним все. Вот такой еще у нас найден. О, 66% зарядился. Это у нас Huawei. Вот такой. Ну вот он заряжается. Здесь стекло битое, да? Вот так-то он заряжается, работает. Сейчас мы поставим его. Пусть позаряжается. А мы дальше продолжим. Такой вот набор. Набор вот такой нашел. Сначала вообще думал, что это такое. Начал вытаскивать, а это, кажется, вот такие отвертки. Видите, да? Вот такие отвертки. И тут их, вот, видите, разного размера они. Такие. Ух ты, это прям большая. На всю длину. И это должно... А, здесь уже обломано. Вот там, да, внутри, да, вот она. Ее обломали, но она сама еще здесь осталась. То есть две большие. И несколько маленьких. Ну так, так себе. Так, что у нас здесь? Здесь у нас сделали ему, этому телефону сделали hard reset, прежде чем выкинуть. И сейчас мы посмотрим. Сейчас мы посмотрим. Deutschland. С него сняли аккаунт или нет? Или вместе с аккаунтом просто выкинули. Так, сейчас мы попробуем. Вот, jetzt starten. Да, он без аккаунта был телефончик. Видите, все перезагрузилось, все четко. Галерея пустая. Все рабочее. Единственное, что да, дисплей чуть-чуть битый. Вот так, неплохой телефон. Ладно, оставим его пока здесь. Нашел две вот такие металлические таблички. Вот такие. Coca-Cola. Gemeinsam Weihnachtsfreunde erleben. Такие неплохо продаются. Ну, как неплохо.
Да, они за много денег за них не дают, но продаются они неплохо. Но лучше такие продавать под Новый год. Поэтому оставим их пока. Очередной бинокль найден. Бинокль классный. Хотя здесь вот видно, что эти стекла немножко вон там надколоты. Ну как, отколоты чуть-чуть, да? Вот, в самом нормальном состоянии. Это у нас Матакт Германии 1050 люксус. Вот, ну я скажу так, что смотришь, когда в этот бинокль, вот этих вот надколов на стеклах вообще не видно, поэтому я думаю, что на барахолку его заберу. Так, что у нас дальше интересно? Интересно, у нас есть мобильники. Но сначала вот это вот покажу. Вот такой на один плеер. Айва. Тоже немножко мокрый. Айва плеер. Оп, вот так открывается. Вот. Сейчас посмотрим. Батареек нет, хорошо. В общем, тоже надо будет проверять. Ну, должен каких-то денег стоить такой. Необычная такая мыльница. Более такой замудренный. Посмотрим. Есть вот такая зажигалка с таким вот орнаментом. Рабочая. И телефончики, ребятки. Телефончики у нас Nokia Sony Ericsson такой. Дальше. Вот такой Samsung. И вот интересный телефон Bosch. Кто-то, может, такие помнит, кто-то не помнит. Ага. Только вот у него единственное, жалко, антенну выдрали. Вот, ну, тем не менее. Есть у нас еще вот такая Sony Xperia. Вбок вот так сдвигается. И вот такая классическая Nokia. Есть у нас Motorola. Есть у нас вот такой Sony Ericsson. Помню, давно-давно жене покупал такой телефон. Аж за 360 евро. Офигеть, блин. Как дорого это было. Так, ладно. И вот самая хорошая Nokia сегодня найдена. Вот такая. Это вот действительно классная. Вот такая коллекционная. Кстати, батарея у нас здесь вздута. А у меня вот здесь батарея как раз запасная лежит. Можно сейчас попробовать поставить. Нет, не ставится. Не та модель. А, вот так же. Да, все подходит. О. Включить. Ага, он рабочий. Ти-ди-дин. Окей. А эту батарею надо выкинуть, она вздулась уже. Сим-карты. В общем, хорошо. Давайте мы выключим. Вот такие у нас сегодня находки. Ну как, это, конечно, не все. Это я вот то, что я вам сейчас показал из мелочей, которые я выложил на стол. Вот, сейчас я на столе здесь уберу, и мы продолжим с вами. Так, ну давайте продолжим. Короче, вот такая вещь найдена. Ну, такие всегда нужны, потому что я частенько с них видео снимаю, использую их как каттеринг. Вот здесь, допустим, где у меня сейчас вот мобильник висит. То есть, вот, они имеют свойство ломаться частенько. Поэтому пригодится. Вот, что у нас дальше? Дальше вот опять еще один телефон нашел. Опять, ребята, Poco. Уже был такой. Он так и не включился. У них, оказывается, есть с процессорами, короче, проблемы. У них отваливается от перегрева процессор. Ну вот. И ремонт неизбежен. Это вот такой же. На зарядке стоял. Вот сейчас я тоже закину на зарядку. Этот Huawei у нас зарядился, работает. Но там стекло, там дисплей битый, да? А этот вот, ну, не хочет. И еще один такой же есть. Вот, давайте. Сейчас мы продолжим. У нас вот такие есть находочки. Планшетики. Планшетики вроде бы не битые. Оба. Медион.
Медиун М99-282. Но это как бы и не старенькие, но еще более-менее так актуальные. Актуальные. Сейчас мы их попробуем подзарядить. Вот такая к ним есть сумочка. Вот эта сумочка более-менее нормальная. Еще можно ее и оставить, в принципе. А вот здесь сумочка подубитая. Видимо, им больше пользовались. Вот. Это, кстати, тоже Medium Life Tab. Вроде тоже не битый. Но надо будет сейчас тоже на зарядочку подкинуть. Посмотреть, что с ним. Вот. Ну, в любом случае, на барахолку. Если они включаются... Если они включаются, то на барахолку. Там их забирают потихонечку. Вот так мы сейчас оформим здесь. Вот сумочка у нее, как я уже сказал, конечно, не очень выглядит. Можно ее выкинуть нафиг. Так, и еще у нас есть вот такенная коробка. Так, здесь у нас пульт от какого-то самолета вертолета. Ладно, он. Я его взял, думал, самолет вертолет тоже найду, не нашел. А здесь у нас видеокарты. Смотрите, какие огроменные. Так, плюс 2 Acelero Extreme. Вот такие вот. Но я думаю, что они уже как бы не особо актуальные. А вот это, ребятки, офигеть. Вот это не видеокарта. Это только от нее кулер, короче. Видеокарта вот сюда прикручивается. Ну, в общем, вот здесь вот висит, короче, процессор, да? И вот этот кулер. Ну, разберем на металл, там меди много. Вот. И вот есть еще одна. Radeon HD или HD 6870. Тоже вот такая. Тоже разберемся. Кстати, вот такие наушники. Еще одни. Заряженные. Так, вот эту взял штуку, потому что мне охладитель вот этот нужен. По-моему, он подходит на тот. Да, не подходит. Не подходит. Я думал, он подойдет на мой усилитель, который я тут в процессе занимаюсь им. Так, ну у нас есть вот такая материнская плата. Она, конечно, тоже старенькая уже. Особо внимания не заслуживает. По гигабайту у нее здесь 4 планки стоят. Вот. Но это все на аффинаж пойдет. Я уже просто не стал. Но думаю, раз оно уже снято с компьютера, там ничего не крутить не надо, ничего. Короче, взял, снял, потому что, скажем так, на аффинаж мы же собираемся, да, пригодится. Так, убираем. Убираем. И кое-что у меня еще сейчас есть показать вам. Вот такой кулер 100 пудов подойдет туда, куда я хотел его. Это как раз 80-ка, да, мою коробочку. Так, вот он, видите, еще один Poco тоже. Но его уже крутили, разобрали, все с него сняли и оставили только дисплей здесь, да? Вот, и то неизвестно, шлейфы здесь годные, негодные. Ну, дисплей остался. Ладно, все это пойдет знакомому моему на запчасти. И еще есть вот такой Samsung, к сожалению, битый. И есть вот такой Samsung не битый. Он вообще как новенький. Ага, батарея отсутствует. Смотри, вот эта пленка, она приклеена. Он как новенький, смотрите. Выглядит вообще супер. Alice 10.03.18. Что-то, блин. Ну, короче, его нужна батарея. Возможно, отсюда снимем батарею, вот отсюда поставим сюда и посмотрим. Ладно. В общем, вот такие находки у нас сегодня, ребятки. На этом все. Я желаю вам удачи. Смотрите, что произошло. Я вот снимал эту пленку. И с этого вот она.
Она отсюда просто выдернулась. Вот эта штучка. Оп. Все, мы ее на место поставили. Но нельзя же так делать. Пленка, она была другой стороной. Вот так ее нужно приклеивать, а не вот так. Конечно, она сняла здесь все. Ладно, ребятки, на этом все. Желаем удачи. Подписывайтесь на канал. Сегодня у нас будет ключевое слово Радеон. Вот видите, написано Радеон или Реджин. Все, всем удачи и до следующего ролика.